За что задержан? Я не знаю. Сотрудниками уголовного розыска Первомайского РУВД задержаны двое мужчин, которые подозреваются в серии краж велосипедов. Предварительно установлено, что минчанин и его приятель из Борисова промышляли хищением чужого имущества на территории всей страны. Только в Витебске на счету дуэта минимум 6 эпизодов. Есть основания полагать, что свой криминальный след мужчины оставили в Речице, Мозыре, Кобрине и других городах. В Мозыре был... А так больше я не знаю. Конкретно в Витебске сколько велосипедов украли? В Витебске 3. 3 велосипеда. Да. В каком районе знаешь? Возил я эти... Организатор краж, пользуясь тем, что его работа носила разъездной характер, совершал хищение велосипедов. А после на машине приятеля уже вдвоем они увозили их в Борисов. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых были обнаружены 8 чужих велобайков. Примечательно, что украденные транспортные средства мужчины в будущем планировали задействовать для развития собственного бизнеса. Предполагалось, что велосипеды будут сдаваться в аренду. В настоящий момент оба подозреваемых задержаны, проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.